мир стремится к балансу. Вообще природа стремится к балансу. Я хочу поговорить сейчас о том, что есть в деньгах, есть люди, которые больше забирают, чем отдают. Есть люди, наоборот, которые больше отдают, чем берут. И чем чревато для тех и для других, если ты забираешь больше денег и выдаешь мало услуг или какие-то некачественные услуги, как-то делаешь это сильно неэтично, то вряд ли у тебя будет очередь из клиентов. Вряд ли вокруг тебя будет очень много друзей или людей, которые хотят с тобой общаться. Они будут с тобой рядом только тогда, когда ты будешь им сулить какую-то выгоду. Потом они придут, и ты в очередной раз их обманешь, и тебе придется всю жизнь искать новых и новых дурачков. Эта стратегия поведения, она имеет право быть, потому что она есть. И можете в комментариях написать, тегнуть своих друзей, может быть, они поймут, если захотите. Такие люди могут быть очень богатыми, отчасти. Могут быть просто обычными людьми. Вампиризм, он такой энергетический, финансовый вампиризм, он проявляется везде. И это непонятно, почему так происходит. То ли психика у человека такая, то ли он так привык. Его, возможно, так воспитали. И, конечно же, вряд ли он виноват в этом. Но таким людям я бы рекомендовал научиться отдавать. Они просто берут, но не умеют отдавать. И это очень печально. Почему? Потому что, когда они начинают отдавать, они отдают и жалеют. Или отдают и потом требуют что-то взамен. Или отдают и требуют большего взамен, да? Но природа все равно всех уравняет. Она все равно, у каждого человека есть выбор находиться рядом или находиться. Сегодня мир денег стал таким, что раньше инвестор, если имел большой вес, то сегодня человек с хорошей идеей или с хорошим бизнесом выбирает инвестора с этичными деньгами. Потому что людей с деньгами много, как выяснилось. Или хорошего человека он ищет. То есть он уже выбирает человека с хорошим характером. И поэтому он ищет тоже отдающего человека, а не который забирает. Сегодня бизнес можно построить на взаимном отдавании. Я так, насколько понимаю, что мир вампиров всепоглощающих, вот это как черная дыра, знаете, которая высасывает деньги, потихоньку-потихоньку мир перестраивается, и это начинает отмирать. Во всяком случае, в том поле, где я нахожусь, ну, в каком-то в этичном бизнесе, в легальном бизнесе. Есть люди, наоборот, которые отдают и взамен ничего не просят. И такие люди, они предоставляют очень качественные услуги за очень низкую цену. И очень часто им пользуются. Пользуются все, начиная от родителей, заканчивая работодателем, друзьями. И такие люди не живут собственную жизнь, и это их основная боль. То, что они свою жизнь растрачивают на проблемы чужих, других абсолютно людей. И зачем это надо, непонятно. Люди, которые раздают себя, они ищут благодарности и любви. Их недолюбили, они просят, полюбите меня, пожалуйста. Не как на паперти, но выпрашивают, что ли. Если ты один из таких людей, то я тебе рекомендую просто выполнять ту договоренность, которую была оговорена. Не делай больше пока. И возьми аскезу на помощь хотя бы на месяц. В течение месяца всем отказывай во всем, если это не касается твоей работы. Ты должен научиться говорить «нет». Если первая категория людей должны научиться отдавать, то вторая категория людей должны немножечко научиться отказывать. Но это две крайности. Третья – это те, кто немножко сбалансированы, у кого есть баланс, они могут отдавать и принимать. И это нормально. У таких людей меньше перекосов в жизни. Человек, который будет вампирить всю жизнь и финансы и людей, он обречен на одиночество. Человек, который отдает себя, он обречен на то, что он не проживет собственную жизнь. Он проживет чужую, но он не поймет, где он сам. И та, и другая сторона очень печальна. Найди свой баланс в своей жизни. Природа сама тебе подскажет, и мы стремимся к балансу, естественно. Не нужно ничего перегружать. Просто расслабься.